Итоги работы за полгода подвели сотрудники службы исполнения наказания. За 6 месяцев в регионе зафиксирован 1 побег из-под надзора. 478 человек подали заявление на досрочное освобождение. Только 69 из них на настоящий момент удовлетворены. Активно в УФСИН региона идет и антикоррупционная работа. За полгода 2014-го возбуждено уже 9 уголовных дел. На настоящий момент 1 человек отправлен в места заключения. За прошлый год на сотрудников службы было возбуждено 15 дел. 5 бывших сотрудников оказались по ту сторону решетки. Готовятся для передачи в суд материалы по делу бывшего сотрудника службы, который, находясь в должности начальника филиала уголовно-исполнительной инспекции, поставил на учет так называемого «вора в законе», который фактически на территории региона не находился. Напомним, численность спецконтингента, отбывающего наказание в учреждениях системы УФСИН на территории области, составляет 7912 человек. Сотрудниками ОСБ ведется активная работа по перекрытию каналов доставки запрещенных предметов исправительного учреждения. А именно, по информации сотрудников ОСБ, был перекрыт канал доставки наркотических средств в исправительную колонию номер 2. Задержана гражданка Пудовкина. У нее при обыске было изъято 16,75 грамм героина. В отношении ее возбуждено уголовное дело, и в настоящее время она осуждена.